Нарендра Моди был приведен к присяге на третий срок подряд в качестве премьер-министра Индии, опираясь на своих партнеров по коалиции после того, как его индуистская националистическая партия не смогла получить парламентское большинство по итогам выборов. Однако коалиция Моди, Национальный демократический альянс, получила достаточно мест, чтобы сформировать правительство с ним во главе. Политический соперник Моди, Альянс Индия, возглавляемый возрождающейся партией Конгресс, удвоил свои силы по сравнению с прошлыми выборами.